в целом это какой-то такой неприятный коктейль из ужаса, чувства стыда и понимания, что целое поколение, там, молодость целого поколения пройдет в условный со скатыванием из условно свободного общества в несвободное. И религиозное мракобесие, милитаризм, закрытость, постоянное вранье и пропаганда, невозможность делания большого бизнеса, да и среднего, без участия, коррупционного участия и так далее. Это из неприятного. Это то, что, ну, как бы, то, с чем потом долго, то, что потом долго придется лечить.